Шанер. Мое почтение. Там сплошь опытнейшие убийцы. Похоже, они пришли за тобой. Я буду сражаться с ними, с сестрами. Не волнуйтесь, наставница. Если... Я не позволю Циньёе попасть в ловушку. Чушь собачья. Мы с твоей матерью дружим 10 с лишним лет. И ты будущая глава клана Шу. Как я могу подвергнуть тебя опасности, Лин Джо Цинфэн? Ученица слушает. Проводите Чанэр к выходу через задние ворота. Помните, жизнь Чанэр дороже чьей-либо еще. Дороже всего нашего клана. Слушаюсь, я не уйду. Быстро уведите ее. Наставница, идемте, Шидзи, идемте. К бою! Кто он? Он свалился в обморок перед нашими воротами 2 года назад. 2 сестры пожалели его и взяли, чтобы делала работу. У нас нет времени спасать тебя, постарайся сам. Если оставим его здесь, его точно убьют. Нет. Его увечья не позволят ему свободно передвигаться. Ваша жизнь важнее остальных, не рискуйте из-за него. Я понесу его на спине. Могу я спросить? С вами ли Шидзи клана Шу, Шу Чен? Бесполезным людям ни к чему жить. Но раз Шидзи благородного происхождения, я сошью ей саван. Шидзи, уходите! Поторопитесь! Останешься здесь и выживешь, если затаишься. Я должна вернуться. Вы умрете, если вернетесь. Ваша жизнь так цена. Не возвращайтесь за смертью. Я верю, что жизни людей одинаково цены. Прощай. Отправим в путь несколько друзей. Подожди. Я человек, которого ты ищешь. Можешь отпустить их? Это Шидзи просто дурочка. Имела шанс на жизнь, но вернулась, чтобы умереть. Если жизни стольких людей станут ценой моей, вряд ли она будет в радость. Она немного глуповата, но не тебе учить ее. Ты тоже не выглядишь очень умным. Вернулся искать погибель? Зачем ты вернулся? Съешь эту пилюлю.
Рассчитаемся с вами позже. Я не дам тебе шанса убить ее. Айли! Четыре ученицы клана Циньи все еще живы. Ваше безрассудство не было напрасным. Пилюля, а еще их жизни. Вы заплатили за все. Проклятие. Чуть было не заключил убыточную сделку. Я заплачу тебе. И даже сверх того. Отпусти меня. Ты тоже тяжело ранен. Неважно. Вы только что спасли меня, я тоже должен вас спасти. Когда будем в безопасности, тогда я отпущу вас. Не сделаю больше и шага, иначе плакали мои денежки. Подводные течения при дворе Чу не успокаиваются. Императрица и семья Шу много лет уравновешивали друг друга, но напряжение усиливается. Военная власть в руках семьи Шу. Их Ши Цзы, Шу Чен, талантлива и честолюбива. Что делает ее проблемой для императрицы? Взгляните! Разноцветные зонтики! Посмотрите на разноцветные зонтики! Продаю дешево, подойдите и посмотрите. Этот хорош. У вас отличный вкус. Подходит мне этот цвет? Мама, что там написано? Новые мужские добродетели. Вкусно, попробуй. Размышления Чанье. Размышления от Чанье. Написанный Чанью Измо. Написанный Чанью Измо. И правда, можешь посмотреть. Там? Впереди отлично смотрится. Думала, это тебе муж вышел.
приветствуем, дяджу. Приветствую вас. Да пребудут благословения с матушкой. Не стоит соблюдать формальности. Спасибо. Ты поправляешься. Последнее время хорошо трудишься в палате по уголовным делам. Слышала, ты дела за 10 лет разобрала. Глава палаты частенько хвалит тебя и называет опорой страны. Это моя обязанность. Не стоит преувеличивать. Раз закончила то, что должна была сделать, завтрашнего дня отдыхай дома. Матушка, приближается церемония моего совершеннолетия. Мне нужно больше учиться, чтобы не подвести нашу семью, когда мне дадут титул при дворе. Я понимаю твои устремления. Но не забывай об убийцах, что приходили в клан Циньюэ. На меня покушались множество раз с самого детства. И пусть я многое перенесла, но многому и научилась. Это другое. Те убийцы были просто преступниками. Или же подосланы вражескими странами, ничего серьезного не представляли. А на этот раз это были люди тайной палаты, которой много лет управляет императрица. Разве императрица не намекала, что она тут ни при чем? Наша семья занимает высокое положение. Мы у нее как шип в ноге. К тому же ты талантлива, в то время как наследная принцесса нет. В таких условиях императрица не потерпит ни нашу семью, ни тебя. Нам нужно быть настороже. Последние дни я была осторожна в словах и делах. Я почти не выходила, кроме как по делам. В этом нет смысла. Совсем не это следует тебе делать. Ты Шидзи первой семьи Чу. Тебе следует вести разгульную жизнь. Матушка, бери пример с мужем Ван Цин. Старательно черни свою репутацию. Тогда я немедленно отправлюсь к мужу Ван Цин. Да скорее уже! Хватит трясти! Больше или меньше? Конечно, меньше. А я на больше. Делайте ставки. Меньше, меньше. Больше, меньше. Все на больше. Меньше, больше. Хорошо. Меньше. Меньше, больше. Открывай. Давай, давай. 3 шестерки. Все ставки мои. Вот же дьявол, опять выиграла? Ну как так? Хватит дуться, еще партию. А удача еще при тебе? Я свою сегодня больше не испытываю. Да хватит уже, и правда. Но вы сами отказались от шанса выиграть. Потом на меня не жалуйтесь. Да ладно, знаем мы тебя. Вот именно. Почему бы тебе лучше не рассказать о том молодом господине? Он правда такой красавчик? Вот это интересно. Вы... на самом деле должны взглянуть на него. Так оживленно. И народу толпа. Сяо Хун Юй, хозяин Красного дома, и Хуа Сяньзы, хозяин Зеленого дома, пришли на праздник открытия дома Феникса. И что, даже Юйхуан, лучший из цветов, не сравнится с ним? Конечно, быть того не может. Сейчас в столице всем интересны только две новости. Первая — церемония совершеннолетия Шидзи семьи Шу. Говорят, ее императрица будет устраивать. А вторая... кто станет цветущей сливой? Получится ли у Юйхуая сделать это в третий раз? Каким бы красавчиком ни был тот мужчина, он не может быть таким же, как Юйхуай. И так же... именно, вот-вот. Простите, Шидзи. С дороги. Шидзи. Простите, Шидзи. Наглость какая, как смеете вставать на пути Шидзи? Ладно тебе. Вам известно о моих отношениях с вашей третьей молодой госпожой. Более того, правила семьи Мужун на меня не распространяются, но Юйхуай не часто показывается. Только на состязании цветущих слив. Если он снова станет лучшим, как мне свои дела вести? И то правда. Поверьте, тот мужчина обязательно станет легендой.
Когда-то из-за него императрица Великая Ань чуть было не избавилась от своего супруга. Разве не впечатляет? Это правда? Интересно. Третья молодая госпожа. Шидзешу пришла. Скорее прячем все. Прячьте, прячьте. Скорее, скорее. Вот, скорее. Не стоит этого делать. Я знаю, что у вас тут происходит. Приветствуем госпожу Шидзи. Проваливайте. Ну, нам нужно идти. Прощаемся с госпожой Шидзи. Пошли, пошли. Разве Шидзи самой уважаемой семьи может вторгаться в дом? Подобным образом. Прости за грубость. Хочешь, чтобы я извинилась? Как я посмею? Присаживайся. Поняла. Прикажу принести другое кресло. Цуэр, не стоит. Я пришла за советом к тебе. Ко мне? Похабными песенками, что ли, интересуешься? Хочу рассказать, что меня мучает. Цуэр, принеси вина и закусок. Слушаюсь. Эй! Вы там поумирали все, что ли? Почему никто не выходит нас поприветствовать? Никто не в состоянии церемонию открытия провести. Два уважаемых хозяина ждут. Скорее! Бию из Дома Феникса приветствует молодых господ. Думаю, твоя мать права. Для тебя будет безопаснее вести себя, как я. Я не хочу просто сидеть без дела. Будучи Шидзи семьи Шу, если ничего не добьюсь... Прости, я не имела в виду, что ты сидишь без дела. Забудь. Ты и так вечно меня поучаешь, так что ничего особенного. Но как бы то ни было, без дела я не сижу. Дела нашей семьи? Я управляю нашими и горными домами. У каждой из нас есть цели, но мы добиваемся их разными средствами. Что ты такое говоришь? Вы же титулованная семья, как смеете делами заниматься? Ты в семье Шу единственная, а у меня сестер куча. Да и к тому же, я не родная у матушки. Если не докажу свои способности... И однажды болезнь убьет меня, никого и рядом не окажется. По крайней мере, можешь заниматься чем хочешь. Не то, что я. Я честолюбива и стремлюсь прославить свой клан. Но могу только никчемно притворяться, чтобы семья в безопасности была. Какая польза быть Шидзи? Вовсе это не так. Я твоя подруга, и меня никто не смеет обидеть, раз я под защитой Шидзи. Раз мы подруги, сделай мне одолжение. Я разве могу чем-то помочь тебе? Научи меня, как ничего не делать. Своди развлечься в цветочный дом. Да это серьезно? Пошли, своди меня в свое любимое место. И чем хуже, тем лучше. Я Нанче. Мой брат сказал, если бы вы что-то ценное принесли в подарок, мы могли бы принять. Но то, что вы принесли, можете забирать обратно. Несколько дней назад я посылал за вашим хозяином. А вы, ко всему прочему, побили моего человека. Разве это не слишком нагло? Ваш человек хотел взять с нас гильдейский взнос, да еще и нагрубил. Брат сказал, у нас небольшое дело. Нет необходимости вступать в гильдию, и еще на кого-то полагаться. Что до взноса? Даже не мечтайте. Дом Феникса...
О, бога звучит. Почему бы не заменить на такое? Поздравляем с открытием и с тем, что доброго отношения не цените. Молодой господин! Вот это да! Они проблемы явились устраивать. Приветствую, старший брат. Приветствую, старший брат. Он поразительно красивый. Элегантный. Посмотри, у него такое красивое лицо. Красавчик. Дай посмотреть. Просто сердце радуется при взгляде. Верно, верно. Хотелось бы мне приходить сюда повеселиться каждый день. Он из тех, что мне нравится. Он на меня посмотрел? Когда эта проклятая доска летела, она поцарапала краску на стене. Мне придется заменить дверь. Разбита ваза, одна из пары, так что я и вторую не могу использовать. Они весьма ценные, времен предыдущей династии. 53 таэля серебром. Округляем. Выходит 100. Ах ты! Что это еще за округление такое странное? Ты бессовестный! Вы устроили здесь шум и испортили наше открытие. Вам придется заплатить. Мы устроили здесь шум? Ваш дом еще не открыт. Что мы тут могли нарушить? Вот именно! Не нравится мне, что они устроили. Да. Хорошо, будем справедливыми и искренними. Можете заплатить мне. На таэль меньше. Ах ты! Так как вы заплатите мне оставшиеся 99? Нечего с этим негодяем разговаривать. Парни, разгромите все! Это возмутительно. Какие же они жестокие. Как они смеют вести себя так грубо? Люди добрые, вы же все свидетели, что они обидели нас первыми. Я не буду оплачивать их лечение, более того. 4 моих брата так старательно отбивались, что сидят больше чашек риса. Вы должны заплатить и за них. Позвольте помочь вам рассчитаться. Шенья, я с тобой разберусь! Как ты смеешь? Я лучший в нефритовом доме. Ты грубая деревенщина, как смеешь бить меня? Я просто ненавижу, когда мне мешают считать. Если ошибусь из-за этого, вам же придется больше заплатить. Я с детства занимаюсь боевыми... Я... Не двигайся. Иначе убью тебя. Мы обязательно отомстим за то, что произошло сегодня. Прощайте. Кто мог подумать, что я, Шучен, однажды пойду на такое? Чанэр, не беспокойся об этом. Пусть все идет, как идет. Я с тобой уверенно повеселимся сегодня. Что за шум снаружи? Госпожа Шидзи впереди на улице, Хуадзе драка. Драка? Хорошее дело. Почему бы не взять своих людей, чтобы посмотреть? Это дело ведения столичной управы. Может, давай сегодня просто вернемся? Да ни за что. Это так забавно. Ты просто останешься здесь, я пойду посмотрю. Подожди. Ты угрожал мне и не заплатил. Как будешь рассчитываться? Я с детства занимаюсь боевыми искусствами. Почему даже не смог прикоснуться? Ты человек или дьявол?
Человек. Не может быть. Невозможно! Хочешь убежать? Не получится. Я... Госпожа Шидзи, мы возвращаемся. Давай пойдем посмотрим, чтобы она не устроила неприятностей. Почему он бежит? Совсем голову потерял. Что происходит? Он такой красивый. Правда. Это слишком опасно. Осторожно! Осторожно! Заваливаться на Шидзи. Вставай! Вставай! Теперь госпожа Шидзи завалилась на меня. Если госпожа Шидзи захочет воспользоваться мною, ей придется заплатить. Кому-то нужен. Наглец. Стража, уберите этого наглеца. Чанэр, вот уж не думала. Ну, вы даете. Понимаю. Что ж, ухожу. Повеселитесь. Вернись. Ага. Говоришь, что она еще долго не выйдет. Что там внутри? Что происходит? Я не вижу. Мои глаза не врут? Позвольте мне. Готово. Она вышла. К счастью, с ней все в порядке. Кто она? Не знаю. Да. С ней вроде все хорошо. Ну как? Он вышел. Помогите мне, помогите. А карета сейчас сильно тряслась? Притомился немного. Брат, осторожно. Немного неловко получилось. Поехали скорее. Стража! Задержите всех! Что ты делаешь? Мое почтение, Шидзи Шучен. Да прибудут благословения с госпожой Шидзи. Да прибудет благословение, да прибудет благословение с госпожой Шидзи. Ты что задумала? Думаешь, я недостаточно опозорилась? Это хорошая возможность очернить репутацию. Скорее скажи что-нибудь. Встаньте все. Ты только что сказал, что я должна заплатить тебе, верно? Если Шидзи не хочет мне платить, не беда. Просто запомните, что Шэнь Е хорош.
В конце концов, денежные долги вернуть легко. Долги любви отдать труднее. Думаю, что любовь Шидзи дороже. Что у Шидзи в руке? Ты только что прикасался к этому кулону. Теперь он твой. Он имеет какую-то ценность. Это знаменитый нефрит. Если взять его цену в таэлях, боюсь, мне не дать вам сдачи. Не нужно. Я Шучен не знаю, что такое сдача. В любом случае, он твой. Хорошо. Управляешь домом Феникса, верно? Поскольку я заплатила тебе, это означает, я весело провела время в доме Феникса. Верно? Как скажет Шидзи, так и будет. Вот и замечательно. Слушайте все. Я Шучен повеселилась в доме Феникса. Пожалуйста, запомните. И можете всем рассказать об этом скандале, я не возражаю. Как может Шидзи такое творить? И правда, разве это правильно? Теперь можем ехать. Почтительно провожаем госпожу Шидзи. Я ее к тебе еще приведу. Не ожидал, что так получится. Осмелюсь спросить, брат, это и есть та наивная Шидзи? Как вернемся, надавай себе пощечин. Чего смеешься? Хочу заходить. Поеду отдыхать. Я с тобой весь день провела. Ты же не хочешь теперь поучать меня? Чен, ты же не хочешь избавиться от осла, когда зерно смолото? Как же можно обижать осла? Давай, поживи в моем доме несколько дней. У меня еще много вопросов. Ну, я сама хочу пожить у тебя, просто мне нужно кое с чем разобраться. Я немного занята. Немного. Я не спрашиваю твое мнение. Разве ты просто не хочешь поразвлечься с подружками? Не беда. Я сейчас твой самый лучший друг. Пошли. Почему я должна терпеть все это? Ты думаешь о том горбуне в прошлом или о теперешнем Шанье? Шанье, он может разрушить мою репутацию? Я встречала его в Юнчжоу. Он поистине непростой человек.
Да и язык у него, похоже, хорошо подвешен. Но я всегда думаю, что он выглядит благородным. Особенно впечатляет его танец с рукавами. Здорово! Вот что скажу. Он определенно станет непревзойденным красавчиком. Его будут домогаться больше, чем Юйхуая. Если сможешь начать с ним отношения, уверена, твоя история будет у всех на устах. Тогда хорошо. Если однажды нужда притворяться отпадет, я же смогу убить его.你心弦。